семена тыквы мраморная позволят выращивать плоды, способные храниться более года без потери качества. Поверхность крупных овощей имеет серовато-зеленую окраску, а под ней скрыта сладкая оранжевая мякоть. Очищенные плоды используют для приготовления первых и вторых блюд, десертов и начинки для выпечки. Семечки также пригодны в пищу. Тыква мраморная – это травянистые. Тыква мраморная имеет средний-поздний срок созревания. Плоды имеют массу от 4000 до 4200 грамм. Форма у плода сплюснутая. Цвет плода серое и темно-серое. Вкус сладкий, мякоть плотная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.